Здравствуйте, друзья. Вот, наконец-то мы выбрались. Снова выбрались в походик водный. Долго не было возможности выходить никуда. Ну вот, наконец-то после такого перерыва появилась у меня лодочка, появился моторчик. И еду с хосями на Чебоксарское водохранилище. Собираю азимут. Нашли место. Спасибо, мужичок, охранник вышел из базы, из лодочной станции, объяснил. Спрашиваю, где можно слепануться, где можно лодку ПВХ собрать, где можно машину оставить. Ну, думал, может, сейчас скажут, там, за какие-то денежки можно оставить на базе. Он говорит: нет, бери прямо, оставляй машину на улице, ничего страшного. Вот спокойно слепуйся, и ничего не будет. Удивительно. Так, лодка собрана. Сейчас еще закрепим. И, наверное, попробуем пойти. Ну вот, друзья. Первый выход. Сейчас пробую. Еще мотор не заводил, ничего. Просто на лодке. Но какая же красота. Какая красота. Какие-то кувшиночки, лилии, да, растут. Ну что, вот он, четырехтактный Тахацу. Потихонечку. Наплечник открытый. Все открытый. Контролечка бежит. Ну, нам не глиссировать. Сейчас постепенно выйдем на режим. Смотрите, какая красота. Какая красота! Ребят, это я еще колеса не поднял и весла не убрал. Вот сейчас тронулись. Сейчас я это сделаю. Выяснилась проблема с мотором. Вот на холостых он еще работает. А даешь газу, он захлебывается.
то ли грязь в карбюраторе, то ли свеча, то ли что-то еще. Скорее всего, с карбюратором тут не то. Очень жарко. Собаки уже устали. Подойти к острову некуда. Все острова здесь такие пока, ну, не для выхода на берег. Они лиственные, заваленные, с камышами на подходах. И, конечно, проблема с мотором не дает расслабиться совершенно. Проблема с мотором. То есть мотор глохнет. Особенно на средних оборотах или на высоких. Но идем, пока идется. Потому что надо что-то делать, все равно что-то. Возвращаться тоже, это уже последний вариант. Да и вернуться, уже далеко ушли. Так что идем. Пора браться за навигацию, смотреть по карте, что у нас там по курсу, какие острова это и куда нам двигаться. Дорвались. В общем, десантировались на островок просто потому, что нужно сделать передышку. Время уже 16:04, и надо что-то решать. В общем, мотор нас доконал. Вот. Что-то с ним не то. Надо делать ревизию. Вода, конечно, теплющая, просто невероятно. Скифа, друзья. В общем, с проблемами с мотором решил я вернуться. Решил я сегодня не оставаться на островах. Хороших островов нет. Ходить с таким мотором, искать место. Хороший остров, подходящий для стоянки. Слишком рискованно. Можно зайти так далеко, что и ни туда, ни сюда. Так, поэтому азимут испытан. Идет прекрасно. Все завидуют. Сам себе завидую. Моторчик удостыл, немножко вроде поехал. Но что-то с ним не то. Это надо разбираться. Двигаемся на базу.
Ну вот и все, друзья. Добрались мы до берега. Наша экспедиция впервые за столько времени оказалась неудачной. Подвел моторчик нас. Ну что делать? По крайней мере, азимут испытал. Азимутом доволен самой лодкой. Лодка прекрасная. А мотор, ну, мотор брал бэушный. Это, конечно, был риск. Вот. И, конечно, надо было отдать его полностью на диагностику. И тогда, может быть, не было бы этой неприятности. Я думаю, что там отказал термостат, и думаю, что он просто перестал греться. И перегрелся. Поэтому вот так. Ладно, друзья. Будем мы собираться. Вот ребята хотят уже в машине. Уже готовятся к отъезду.